Задача школьников в каникулы – отдохнуть, а задача их родителей и учителей – сделать так, чтобы все время ребят было занято полезными и увлекательными делами. В этом году на помощь пришли учреждения доп. Образования и спортивные секции. На сайте мэрии можно ознакомиться с подробным планом мероприятий, которые ждут школьников в каникулы. Там же указано, учащимся какого возраста будет интересно на том или ином спортивном или культурном мероприятии. Главное – следить за анонсами, чтобы ничего не пропустить, и вовремя узнать о возможном переносе сроков. Кроме того, школьники могут оформить паспорт активного лета и получать значки с каждого посещенного праздника. Чем больше будет отметок, тем больше шансов выиграть приз. В конце летних каникул паспорта сдаются в школы. Самых больших вот участников, самых активных участников школы отбирают, направляют нам управление образованием. Мы проводим, ну, простым подсчетом, скажем так, голосов, в смысле не голосов, а участий, проводим конкурсный отбор, и лучшие, не лучшие, а самые активные участники этого проекта награждаются в торжественной обстановке на городском празднике 1 сентября. Мы приглашаем их в качестве почетных гостей, мы приглашаем их родителей.